школе, в больнице, в заводе. Вспомни об общей судьбе. Сила России в народе. Сила народа в тебе. Вспомни, что мы назывались русские, могучий народ. Вера и сила остались. Кто нам пути не дает? Время нужды и разрухи мы проходили не раз. Как будут жить наши внуки? Вспомни об этом сейчас. Здравствуйте, комсомольчане! Сегодня в стране внедряется людоедский закон о повышении пенсионного возраста. Закон, который можно назвать геноцидом российского народа. Уже полтора месяца по всей стране идут массовые митинги. Многие говорят, что это бесполезно. За нас уже все решено. Но это не так. Именно благодаря митингам в нашем городе жилищный фонд поселка Таежный передан в муниципалитет. И в домах начался ремонт. Именно благодаря митингам предприниматели сохранили свои рабочие места на площади Металлурга. 28 июля отложите все свои дела и выходите на всероссийскую акцию протеста против пенсионной реформы. Выскажем свое мнение об антинародных действиях правительства, в котором подавляющее большинство депутатов – единороссы. У нас миллионы, нам и нашим детям жить в России. Сейчас очень важно, чтобы мы все постарались и пригласили на эту акцию всех. Делитесь этим видео в соцсетях. Рассказывайте своим друзьям и знакомым. И приходите все на митинг. Это касается каждого из нас. Всероссийская акция протеста в Комсомольске-на-Амуре состоится в субботу, 28 июля в 12 часов на площади Ленина. Акция согласована. К участию в митинге приглашены все политические силы нашего города, общественные движения, профсоюзы. Давайте объединимся и скажем твердое и громкое «нет» всем антинародным законам правительства. 28 июля, 12 часов, площадь Ленина. Ждем каждого из вас.